Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Лебедева, куда ты теперь? К сыну. Сына-то узнаешь? Узнаю. Садись, подвезу. Ну, пошла. Это карьер наш местный. Здесь все заводские наши любят отдыхать. Красиво. Да. А это что там, драка, что ли? А, нет. Это местные. Забавы у них такие. Дурачатся. Ничего себе. Девчонка вроде ничего. А, это Ритка, местная наша. Незабудка-кликуха. Незабудка. Ребята! Шашлык готов! Давай! Держи. Держи. Аккуратно, Гафа. Шашлык. Вот сколько лет прошло, ничего не меняется. Угу. Ташук все так же безнадежно влюблен в Риту. Вместо
вместо того, чтобы жениться на ней, почему-то учит ее драться. Ты лучше о себе расскажи. Тут все ради тебя собрались, как институт. Спасибо, превосходно. Ритоль, а ты чего ждешь? Выходи уже за него. Ну, посмотри, как он страдает. Че, зовешь? Ну. Мне совсем жарко стало. Я купаться. Лех, рот закрой, Ташу полетит. А я смотрю, ты тоже не поменялась. Все такие же шутки тупые. А я красивая, мне можно. Кто со мной купаться? Я. Я рефери. Давай, разотрись. Чемпионкой или нет? Не вышла со спортом. Работаю. В смысле? Где работаешь? Кем работаешь? Где все? На заводе. Да. Блин, я после столицы вообще не понимаю, как вы тут. А правда, что ты за Птушука замуж не идешь? Он тебе не нравится? Я его не люблю. А-а-а, перспектива меня выше. Принца ждешь? Вот такого? А кто это, кстати? Не знаю. Вроде неизвестных. На работу? Ага. Провожу. Упаришься. Втренируюсь заодно. О чем с Полинкой говорили? Ой, Полина пристала, как ты замуж выйдет. За тебя. Да ладно. Да и правда. Когда, а? Пусти. Забудка. Забудка. Вот уеду куда-нибудь, сразу меня забудешь. Пусти, на работу опоздаю. Не забуду. Ой, Игорь, мы с тобой столько лет дружим, а муж и жена должны друг друга любить. Прости, тороплюсь. Пока. Пока. А вы что? В управление пойдем! За нас решали. Народ! 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 Тише! Не все сразу! Нам не галдеж нужен, а принять решение. Без нас они все равно не имеют права ничего закрыть. Понятно? Пошли! Все, пойдемте! Сейчас будем доказывать свои права. Идем! Мам, привет. Привет. Наконец-то. Где тебя носит? Да Полинка Арсеньева на шашлыки всех одноклассников собрала. Вовремя. Рита, а тут такое. Ну что, готовы? Сейчас еще одна. Здрасте. Он шумят все. Твой в первых рядах. Шумит. Так, слухи ходят, что завод закрывают. Так, ты что, бабка базарная, чтобы сплетни собирать? Почему закрывать? Вопрос идет о реорганизации. Кризис по всем ударил. Так что думаем, как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями. Вот здесь все. Развези по адресам. А это что? Уведомление об увольнении. Пока только касается предпенсионных сотрудников. Как предпенсионных? Это же все люди. У завода нет средств содержать балласт. Иди! Ты это угомони своего, если он не хочет, чтобы ему такое же письмо прислали. Вечно он бьет. Пап, ну разве можно нервничать с твоим-то сердцем? А что остается дочери, когда такой беспредел творится? Этот павлин сидит в своем кабинете. Арсений? Ну а что он может? Да он будет виноват, если завод продадут за гроши. Он слиняет, а мы все без работы останемся. Пап, успокойся, этого не будет. Он все понимает. Время такое, всем сейчас тяжело. Тебе бы, дочь, в дипломаты идти, а ты тут пропадаешь. Почему это пропадаю? Я, между прочим, горжусь, что работаю с тобой и мамой на одном заводе. А я горжусь, что у меня такая дочка, лучшая в мире. Давай, пока. Thank you.
увольняют? Сашку моего? Как же мы будем дальше? Он же теперь запьет. Как увольняют? А я еще работать хочу. На что я жить буду? Извините, это не ко мне. Что они там себе думают? А чтоб вам всем? Лебедева, есть кто дома? Привет. Привет. Дядь Паш, дома позовешь? Заходи. Тут ему письмо с завода. Что за письмо? Увольняет его. Увольняет? Я сегодня их столько развезла, хоть людям в глаза не смотри. Да ты чем виноват? Вон, директор виноват. Ладно, я отцу письмо передам. Давай. А еще из столицы люди приехали. Зачем? Ну, чтобы завод наш угробить. Вот зачем. Ну, давай. Фух, дядь Федь, жара такая. Отдохни. Ног не чувствую. Тормози. Рит, добрый вечер. Меня Юра зовут. Директору нашему важный гость приехал. Важный. Андрюш, да как же так, Андрюш? Да что ж ты наделал, а? Вот зараза, столько лет держался. Знаю, какая тварь поднесла. Руки пообрывай. Повод был. Повод у него был. В дом пошли. Не позорься перед соседями. Давай. Да ты меня ведешь, как барана. Я здесь хочу. Хорошо, сиди. Хочешь, сиди? Вот зараза. Ну. Рита! Не ори. Дедочка. На огороде она. И не надо ей тебя такого видеть. Принял немножко. Немножко, вижу. Мне он самой смотреть на тебя тошно. Сядь. Не насмотри, не насмотрелась. Ой, Андрюш. Доча! О-о-о. Папка пришел. Так, все. Хватит. Кому сказал? Да я выпью. Так выпить хочется. Мне прям хватит. Сильно. Таня. Танечка. Танечка. Танечка, значит. Ну, конечно. Какая ты у меня красивая. Таня! Встал, сказала. Давай, быстро. Пошел в дом. Сказала, в дом пошел. Сам пойду я. Пошел. Сам я. Давай. Пойду. Сам я. Он. Сам пойду. Уйди, Таня! Давай. Танечка. Привет, Рит. Ты не удивляйся, я у вахтера узнал, кто ты и где живешь. Зачем? Пойдем прогуляемся. Городок покажешь. Город. Ну хорошо, город. Я переоденусь. Юра. Я запомнила. Да, уютный городок. Город как город, ничего особенного. Все живут заводом, все вокруг завода, и родители мои, и я тоже. У нас даже памятников нет. Ну, карьер только, но он тоже заводской. Ты его видел, уже даже покупался. Ну, я бы еще раз сходил. Да? Ну, идем. Налево. О,
Как интересно, Рита уже с этим парнем гуляет. Юрий Демянский, юрист из столицы. А что она нас делает? По делам завода. Я, папа, замуж хочу, как любая нормальная женщина. Например, за молодого, перспективного юриста из столицы. Не самый плохой вариант. Ты всегда меня понимал, папчик. Ну вот это наш карьер заводской. Здесь у нас вообще все происходит. Свадьбы приезжают, фотографируются с цветами. А дальше вот там утес. У нас есть легенда местная, дурацкая, конечно, совсем. Если спрыгнешь оттуда в воду, все, любишься, потеряешь голову. Да. Я прыгал с него. И ничего, не влюбился. Да, я видела. А вот это мое любимое место. Здесь-то часто прихожу, здесь никого не бывает. Говорят, обвалится скоро. Ты не ходи туда, пожалуйста, я серьезно говорю. Стой! Давай. Давай, давай. Давай. Что? Ты что делаешь? Я же говорю, осторожно. Успокойся. Я шутил. Штука. Да я тоже спортсмен. В детстве акробатикой занимался. Дурак ты, не спортсмен. Мам, что случилось? Мам, ты плачешь? Но я же вижу, что плачешь. Он меня никогда не любил. Это не так. Женился назло Танечке своей. Потому что она Платон выбрала. А я так ошибка. Запомни, никогда не выходи из-за того, кто тебя не любит, слышишь? Всю жизнь маяться будешь. Потому что все. Это все будет хорошо, я знаю. Все будет хорошо. Я знаю. Проходи, проходи, гость дорогой. Вот, познакомься, моя жена Татьяна. А это Юра, я говорил. Здравствуйте. Очень приятно. Чувствуйте себя как дома. Все-таки здесь лучше, чем в гостинице. Это Полюшка, наша дочь. Здравствуйте. Наша умница и красавица. Только закончила институт. Почти с красным дипломом. О, перестань. Проходите. Дальше, Иса. Спасибо, Петя. Ну что, спасибо. Все было очень вкусно. На здоровье. Вам правда все понравилось? Безусловно. Платоша? Да? А давай-ка угости ты нашего гостя своей фирменной новиночкой. Точно. Пойдем, Юра. У меня есть.
такая наливка. Я с вами. Нет, нет, ты мне поможешь. Да? Да. Собственного производства. Нектар называется. Нектар? Ты что творишь? Что? Что? Ты понимаешь, что ты не глазки строишь? Как ты себя ведешь? Вы сами меня учили добиваться всего, чего хочешь. Здрасте, приехали. Вешаться на малознакомого парня? Этому я тебя точно не учила. Мама, отстань. Убери и сделай чай, я к ним пойду. Рит, ты правда не обижаешься, что я тебя на такую работу позвала? У нас в семье любой труд в почете. А швабру не пробовала? А зачем? Тут руками быстрее. Раз, два и все. Да. Все-таки жизнь интересная штука. Ну, вот отцы наши, они же с детства друзья. Начинали с одного и того же. Мой теперь директор завода, а твой? Нищий пролетарий? Ну, ты договаривай, я же не обижусь. Да нечего договаривать. Просто мы изначально с тобой оказались в разных позициях. А мне моя жизнь нравится. А мне имя твое нравится. Правда. Я всегда думала, мое какое-то простое поле. А у тебя такое прям королевское. Маргарита. О, допила? Давай помою. Все-таки Ритка, это просто Ритка. Надолго, наверное, ты можешь подняться наверх, там есть второй санузел. Да нет, я... Да пожалуйста. Ой, можно повежливее с моим гостем? Два раза, пожалуйста. Извините, мне надо домыть. Родители спят. Ну, иди сюда. Паш!
Паша, нет! Мама, ты чего? Паша! 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 Так, пошли. Какой ты? Какой обычный? Нет, необычный. Жалеть не будешь? Я этого хотела. Очень. Я ведь уеду скоро. Я знаю. Я все понимаю. У тебя там своя жизнь. Наверное, к родителям. Пойду проверю. Тебе надо уходить. Я понял, почему не забудка. Тебе надо уходить сейчас. Что случилось? Беда большая, отец Паша. Отец моего друга, он... Ты что? Потом, Юру, уходи, иди. А где ты был так долго? Я чуть не уснула, ждала тебя. Поль, это же вроде моя комната. Да, твоя. А в ней я. Садись. Садись, чего ты? Ты чего такой напряженный? Марафон, что ли, бежал? Подожди, Поль. Я не люблю ждать. Особенно, когда все понятно. Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе. Или тебе только Рита нравится? Нет, ну, много девушек хороших и... Хороших много, а я одна. Юр, ты же меня не прогонишь? Ты тут хозяин. Подожди, там что случилось? Да ничего там не случилось, без тебя разберутся. Андрюша, ты отомсти за моего Пашеньку. Обещай. Директор наш мразь последняя. Стольким людям приговор подписал. Убить его мало. Согласен, мразь. Так, вы это, отставить мысли подобные? Или вам статью назвать за сговор? Иди вон, подпиши лучше. Мне уже ничего не страшно. Кать, ты бы вела ее. Ей скорая столько вколола, что ее сейчас вырубит. Пойдем, пойдем, поспишь, давай. Если только рядом с Пашей. Инка, ну перестань. Вставай. Вставай.
Пришел, поддержал. Иди дальше, мы сами. Ты все понял? Давай. Пойдем, Витя. Пойдем на выступ. Батя меня всегда учил терпеть боль, держать удар. Я думал, что я все умею. Любой удар выдержу, любую боль вытерплю. Батя, батя. Зачем это сделал, а? Ты вообще понимаешь, с кем ты связалась? Игорь. Что Игорь? Он с Арсеньевым в одной упряжке. Слышишь? Это из-за него, батя. Это сделал. Игорь, не надо. Видеть тебя не хочу. Пошла отсюда. Сам пошел. Достал? Да, все готово, поехали. Поехали. Игорь, куда? Так. Лех, вы что, отстань, с ума сошли? Не едьте никуда. Отстань, Игорь, пожалуйста. Отстань. Велосипед. Иди отсюда! Там же люди спят. Вы же посадите всех, идиоты! Валите отсюда! Валим! Быстро! Игорек, валим! Валим, говорю! Лебедева, я ночь без сна провел, соображаю плохо, поэтому давай еще раз все по порядку. Как ты тут оказалась? Я гуляла. Ночью? Ночью. Услышала, как разбивается стекло. Вижу, горит, я и прибежала, начала всех будить, попробовала потушить. Господи, Платон, так это получается, нас убить хотели? Да мы же могли заживо сгореть. Танюш, ну все ж обошлось. Ну, пойти-то обошлось. Надо же понять, кто эту бутылку бросил. Не с пивом, заметь, а с зажигательной смесью. Лебедева, ты видела, кто бросил бутылку? Никого я не видела. Ну, ты что, не понимаешь, что в таком случае подозрение первое на тебя падает? Я сквозь сон какой-то шум слышала. Потом увидела, подъехали какие-то парни на мотоциклах. Потом уехали. А Рита, видимо, осталась. Ну, что скажешь, Лебедева? Никого там не было. Нет, может, мне приснилось, конечно. А может, и правда она бутылку бросила. Не знаю. Эй, подруга.
Но уже не подруга. Моментик прояснить надо. Моментик, это Юра? Запомни, Юра мой. А ты утрись. Это моя жизнь, я сама решу. Была твоя, стала моя. Так что давай вали к своим дружкам тупорылым. А меня не зли, а то хуже будет. Помянем хорошего человека, нашего товарища и друга Пашу Пташука. Пусть земля ему будет пухом, нашему неугомонному птахе. Отлетался. Он ведь это за всех нас сделал. Что ты меришь? Вытал молчи. А что? Уволят всех нас. А мы не должны все это оставлять. Так не начинай. Уже собираем подписи. Еще будем собирать. В прокуратуру повезем. Пусть там разбираются. Законно ли, что Арсеньев творит? Пойдем покурим, выйдем. Хорошо, Андрей сказал про моего Пташука, Птах. Он у меня такой ранимый. Я виновата. Я должна была понять, что он задумал в тот вечер. Он в записке написал: прости, Нина, не знаю, как дальше, потому что сама. А мне дальше самой как? Мам. Я к семье. Если с тобой что, я без тебя жить не буду. Перестань, ты чего удумала-то? Помянем. Лидка, а ну пойдем, дам тебе папку, где мы подписи собираем. Поедешь по заводским, да собираешь. Пойдем. Давай, давай. Ешь. Давай. Поешь, поешь. Давай картошечки. Тебе силы нужны. Нина Борисовна, это от лица всей администрации. Помощь на первое время. А что ж, Платон Егорыч, сам не пожаловал. Боится? Разгонцов шлет. Нет, он передал свои соболезнования. Как только совести хватит. Я уже ухожу. Рит, пойдем поговорим. Даже не думай. Пап, прекрати, я пойду. С этим? Куда? Поговорить. Я никуда не ухожу. Нин, Пашкины снасти где обычно? Андрей! Дай мразоса! Ты что делаешь? Андрей, все! Дочь все. Мою не получишь! Все, все. Рик, ты почему избегаешь меня в последнее время, а? Что случилось? Это из-за отца и того рабочего, что ли? Рик, поверь, моей вины и вины Арсения в том, что завод доживает последние дни, нет. Да не в этом дело. А в чем? Ты ж Полину не меня выбрал. Да никого я не выбирал. Это она, наверное, меня выбрала. Только ей не я нужен, а прописка столичная. С мужем в придачу. Рит, я не знаю, что будет с заводом, но мне ты нужна. Мне с тобой очень хорошо, и это главное. Что это у тебя? Да, это рабочие подписи собрали. Хотят отстоять завод. Ну, я не знаю, куда их. Может, ты подскажешь, как юрист. В суд сразу или...
Давай посмотрим. Хорошо, я подумаю. Спасибо. Где он, этот козел? Игорь, идем домой. Где он? А? Так, успокойтесь. Я журу его. Ну давай, научил, давай драться. Что? Что мозги совсем отщипало, а? Рита. Я серьезно. Игорь, пойдем. Чего с этой шлюхой разговаривать? Да это Лех, ты еще мягко. А ну сюда иди. Сюда иди. Заслужила. Папка где? Папка, я тебя спрашиваю, где? У юриста, у Юрия. У юриста, у Юрия? Да знаю. Юрий твой эту папку Арсеньеву на стол принес. Мать сейчас звонила. Они сейчас решают, как не дать ей ходу. Дрянь ты. Он обещал помочь, пап. Помочь? Знать тебя больше не хочу. Стольких людей подвела. Иди с глаз. Нет, у меня душа не на месте. Я не понимаю, зачем надо было нас выдергивать с поминок в выходной день. Ты не поняла? Директор с юристом намудрят, а нам с тобой опять письма печатать. Это точно. Да, я слушаю. Мама, отец пошел на завод разбираться с Арсеньевым. Останови его, вмешайся, он не в себе, ты слышишь? Да. Или беда будет, мама, он его убьет, убьет. Я тоже бегу. Куда пошел директор с юристом? А я знаю, по цехам искать надо. Господи, Андрюшка же натворит, что-то обязательно натворит. Что мне делать? Что мне делать? В милицию! Звони в милицию! Андрей, я не понял, ты пришел мне претензии предъявлять, а? Делать что-ли больше нечего? Иди работай! Предъявлю за Пашу Пташука и то, что ты людей за людей не считаешь! Может, ты еще вспомнишь, что я у тебя когда-то Татьяну увел, нет? Припомню это. Только речь не обо мне, а о людях, которых ты, гнида, будущего лишил одним росчерком. Им что теперь, как Пашке застрелиться? Паскуда ты! Пошел ты! Протрезвеешь, тогда поговори. Что? Глаза стыдно глядеть? Всегда голову в песок прятал. Удавил ты, гада! Слышь ты, ты свою жизнь профукал. Я тут при чем? Что? Думаешь, победил, да? Да, победил, когда Татьяну тебя увел, понял? Иди, клоун, работай, давай. Иди, работай! Я клоун! Я клоун! Я клоун! Отца видели? Встретим. Платоша! Платон! Платоша! Платоша! Ты мразь. Я из-за тебя друга убил. Стой!
Рит, это не я, они сами друг друга. Ты только не говори своим, ладно? Они меня убьют. Рит, это не я. Едет еще машина. Заберут и второго пострадавшего. Мы не можем его сюда взять. Заберут, не переживайте. Значит, директора везете. А мой пусть подыхает, да? Таня. Таня, хоть ты помоги, а? Таня! Да пошли! Нет, я вообще не понимаю, почему вы ее слушаете. Всем понятно, что это она сделала. Она и ее папаша сумасшедшая. Ладно, разберемся. Вы пока на воздухе. Побудьте. Я думаю, что когда она пришла, Арсений и Лебедев уже нанесли друг другу травмы. Так что они и должны отвечать. Ну да, если они в сознание придут, ответят. Кто ответит? Отец? За что? Ну как за что? Пришел к директору пьяный и устроил такое. Он... Это я ударила. В смысле, случайно ударила? Ну, разнимала и толкнула Арсеньева, да. Ну-ка, погоди, ты ведь своего отца не могла избить, правильно? Правильно. Значит, будем разбираться. Вот ты скажи, Арсеньев и Лебедев ссорились, когда ты появилась? Лебедев, оно не молчи ты. Ты у нас единственный очевидец. А где мама? Мама с отцом в больницу поехала. Ты давай по делу. Когда ты появилась? Ну? Ну что, задерживаем ее и везем в отделение? Везем. Встать. Рит, ты не переживай, я найму хорошего адвоката. Руки! Не переживай, я... Куда вы ее увозите? Послушайте, она ни в чем не виновата. Разберемся, разобрались спокойно! Уже. Это же тебя все, падла! Так, а ну, тихо! Разошлись! А ну не трогай Демьянского! Стоять! А то с нами поедете! Быстро успокоились! Мало вам событий, хватит разборок! Рита!